Красители вместо натуральных начинок, подсластители вместо сахара. Как контрафакт выдается за качественный продукт? На что готовы пойти производители ради денег? К чему приводит жадность? Известны случаи, когда в конфетах с ореховыми начинками специалисты находили живых червяков. В тортах, выпеченных на московском заводе, эксперты обнаружили частички яичной скорлупы и плесень. Авторы программы попытались выяснить, какими должны быть качественные сладости. Подробнее об этом пойдет речь сразу после выпуска новостей.